композитор конца 19-го, начала 20 века, живший на Украине, еврейского происхождения. Сейчас прозвучит прелюдия, но вы услышите настоящий пианизм, потому что все раскаты арпеджио по всей клавиатуре будут сделаны так, как картины писали, допустим, художники-импрессионисты. Быстро-быстро впечатление, да, впечатление. Вот в музыке стиль импрессионизм тоже присутствует. И вот прелюдия Глиера относится к этому стилю. Это опять тот самый же Грик, где только в пещере горного короля звучала пьеса, да? Вот оттуда. Танец Анитры. Красивейший. Thank you.
всегда приглашается новая ученица Юлия Исса. Вот такая красавица.